И о спорте. Бросок через спину. В махачкалинском ШВСМ имени Али Алиева прошел мастер-класс по дзюдо от бронзового призера Паралимпийских игр в Токио Анатолия Шевченко. Техника, захваты и нюансы. Мастер спорта международного класса продемонстрировал не только правильные броски, но и как следует падать, чтобы избежать травмы. После каждый спортсмен пожелал сфотографироваться с почетным гостем и прикоснуться к бронзовой медали Паралимпийских игр, которую Анатолий Шевченко завоевал в Японии в уверенной победе со счетом 11-0 над атлетом из Германии. Семья, конечно, была счастлива. Тренер встречал, все звонили еще там, когда мы находились. Все очень рады, очень довольны. Все знают, что к этой медали я шел 15 лет. Ну и, в общем-то, это большой успех на самом деле. К сожалению, конечно, это не серебро, не золото. Но работаем дальше, есть к чему готовиться. Я думаю, на следующих Паралимпийских играх покажем лучшие результаты. Анатолий Шевченко 2,5 года тренируется под руководством тренера Руслана Исрапилова. Наставник рассказывает, что к этой победе они готовились усердно и считают, что его подопечный сделал для этого все необходимое. Сложности были, это потому что паралимпийский вид спорта, несмотря ни на что, мы шли к этому. Долго шли, упорно шли. В плане вот работать с ним намного легче. Он и психологически устойчив, и морально, и физически, можно сказать. Сам спортсмен опытный, и приятно и хорошо с ним работает.